Первые минуты был шок. Беременную Нюшу с мужем ограбили. Арендованную машину певицы Нюши ограбили в Барселоне, пока она с супругом Игорем Сивовым и дочкой Симбой была на экскурсии. Об этом супруги сообщили в своих блогах в Инстаграм. Злоумышленники разбили стекло в салоне и вскрыли багажник автомобиля, откуда забрали все документы россиян, их сумки с вещами и деньги. Ирония судьбы заключается в том, что гид перед началом экскурсии спросил, не осталось ли у них в машине ничего ценного, и они ответили, что нет. В результате лишились самого важного, что может быть для иностранцев за рубежом. Первые 2-3 минуты у нас был шок, особенно насчет паспортов. Что делать? Барселона славится тем, что камер на улицах нет, полицейских нет, и они на места не приезжают. Ты сам должен явиться в полицейский участок, рассказал Сиво. В настоящий момент ничего из похищенного найти не удалось, а певице и ее родственникам выдали временные документы. Паспорта им придется восстанавливать уже в России. Нюша и ее супруг решили отнестись к этому неприятному инциденту по-философски, решив, что для них это станет символом обнуления.